Друзья, всем привет! Ну вот и первый урожай. У нас созрела черешня. В этом году, несмотря на то, что у нас много проливных дождей, она еще не такая крупная, как в прошлом. Я просто покажу, какая у нас красивая черешня. Просто красота. Но это не говорит о том, что нужно приехать в зоопарк «Сказка» и всю ее оборвать. Вон, смотрите, какая красивая картина. Просто настоящий африканский жираф. На прогулке в своем огромном вольере. Красота. Много зелени. Я обожаю, когда все зелено и красиво. Вот такое небо разное. Голубое, серое, ясное и облачное. Красотища. В зоопарке всегда прекрасно. Вот о жирафах. Смотрите, какой интересный. Стоит. Памятник жирафам. Каменная скульптура. Потрясающая. Прячется вот здесь, среди густой крымской зелени. Но стоит немножечко буквально заглянуть за ветки, и вот вам такой вот постамент. Красота. Рядом с жирафом. Прямо рядом. С одной стороны живут капибары, а с другой наши потрясающие кенгуру. Красивая пара. Друзья, что я вам покажу? Смотрите, кенгуренок. У нас родился кенгуренок. Вон, видите, маленькая голова торчит из сумки. Это просто потрясающе. Слушайте, этот год просто сумасшедший какой-то. Все экзотические животные, ну практически все, решили дать потомство. Вон, смотрите, папа кенгуру и мама кенгуру. Красота. Друзья, я не знаю, как вы, конечно, но я впервые в жизни вижу кенгуру вживую, с кенгуренком, с маленьким детенышем. Это что-то. Не просто так говорят, что зоопарк «Сказка» — это волшебное место. Это просто потрясающее место. На самом деле здесь, ну, настоящий рай, настоящий оазис. Вот такой вот интересный жизни совместной разных животных. И все собраны здесь, в нашем сказочном ялтинском зоопарке.
это супер. Обязательно, обязательно приезжайте сюда в зоопарк. Здесь вы увидите много необычного из жизни питомцев. И необычных питомцев. И необычных моментов из их жизни. У нас живут уникальные животные. Просто самые-самые уникальные. И многие из них дают потомство. А это, друзья, говорит о том, что здесь идеальные условия для существования животных. Видите, как плавно мамочка кенгуру перемещается по территории, аккуратно изучая все происходящее. И вот эта вот висящая головка маленького детеныша, это просто крутая картина. Хочется увидеть, друзья, как этот малыш выходит из сумки и гуляет рядом с мамочкой. Это просто супер. У нас есть все шансы посмотреть, как взрослеет маленький детеныш. А я сделаю сейчас пару фото. Друзья, пока делал фото, вот смотрите, уже кенгуру сменила позицию. И теперь в ожидании или в ожидании чего-то еще. Вон, смотрите, проскакал наш папочка. А мы с вами можем наблюдать за этим прекрасным малышом. Я так счастлив, друзья, что есть возможность посмотреть на детеныша кенгуру. Это просто сказка. Все. Спрятал малыш голову в сумку. И, наверное, сейчас они отправятся домой. Вон, видите, внизу шевелится живот. Это там малыш. Находится в своей мамулечке. Просто кайф, друзья. Друзья, ну а я иду дальше. Хочу проведать еще и других питомцев зоопарка. Всем хорошего дня. Пока!